22 января в областном ресурсном центре добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций прошел финальный этап крещенского турнира, в котором соревновались команды волонтеров-спасателей. Состязание организовано в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Сегодня завершающий этап у нас крещенского турнира, который проходит уже второй год. Вот, это был первый, это теннис, второй был футбол на снегу, и третий сейчас эстафета с элементами аварийно-спасательных работ. 8 команд, 4 студенческих, поисковый отряд «Доброспас», 2 профессиональные аварийно-спасательные службы и сотрудники военизированного горно-спасательного пункта Омска состязались в нескольких видах программы. Преодолевали полосу препятствий, устанавливали палатку на время, демонстрировали навыки обращения с гидравликой и бензопилой, перемещались по веревочной переправе. Это огромная возможность проявить себя. Допустим, приезжают другие представители команды. Можно познакомиться получше, найти новых друзей и также усовершенствовать свои навыки. Соревнуемся и показываем свои результаты, показываем, смотрим на другие результаты. Для нас это работа. Это бывает такое, что где-то нужно будет что-то перекусить, тот же провод на аккумуляторе какой-то машины, а он очень маленький. Поэтому нужно аккуратно не зацепить другие посторонние вещи, откусить. Качество действий улучшили все участники соревнования. Сегодня первый раз собирали палатку. Склеилось все-таки то, что команда, но все-таки успели собраться, как-то скорректироваться и быстро среагировали, показали не самое худшее время. Достаточно достойно для нас по сравнению с прошлыми результатами. Больше всего я в восторге именно от гидравлики, потому что у меня никогда не получалось брать кусочек сахара и переложить в стакан так, чтобы он не рассыпался. И к удаче ни один сахар не рассыпался, и мы положили ровно и заработали максимальное количество баллов. В результате в остром соперничестве победу одержала команда аварийно-спасательного формирования «Днепр». Второе место заняли представители военизированного горно-спасательного пункта Омска, третье – аварийно-спасательного формирования «Каскад-55».